А митрополит Саратовский и Вольский Игнатий в день памяти святителя и чудотворца Тихона Задонского совершил божественную литургию в Саратовском одноименном храме. Для молодого храма, строительство которого было начато всего 11 лет назад, архиерейское богослужение в день престольного торжества стало одним из знаменательных событий в приходской истории. О том, чем было отмечено богослужение, расскажут наши епархиальные коллеги. Строительство этого большого, красивого храма было начато в 2010 году. Вот на этом самом месте был вырыт котлован, забивались сваи, работала техника. А сегодня, спустя 11 лет, под его величественными сводами, в день престольного праздника совершается архиерейское богослужение. За литургией митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил хиротесию его чтеца, студента Саратовской православной духовной семинарии Ильи Кричуняка. С предвоплей Господем нашим Иисусом Христом, ходящим судить и живым и мертвым, явление Его и Царствие Его. Главный престол храма освящен во имя святителя Тихона, епископа Воронежского Задонского чудотворца. Здесь постоянно пребывает ковчег с частицей мощей святого. Святитель Тихон – один из самых любимых и почитаемых в России. Тысячи верующих обращаются к нему за помощью и утешением в нужде и болезни. Может быть, именно потому, что чудотворец Задонский сам при жизни хорошо знал, что такое нищета и голод. Он для нас является особым печальником за нашу землю, за наш народ и, конечно же, предстатель за тех, кто имеет нужду. Они жили в страшной бедности, в такой бедности, что они даже не могли пропитаться, то есть впроголодь жили. И вот святитель, зная такую нужду людей, всю свою пенсию, которая у него была, раздавал тем, кто нуждается. За усердные труды на благо Саратовской митрополии Русской Православной Церкви юбилейными знаками 10 лет Саратовской митрополии владыка Игнатий наградил юриста Анастасию Чеботареву, регента хора храма в честь святителя Тихона Задонского Татьяну Сергеевну Домрачеву, распространителя церковной утвари храма всех святых в земле русской просиявших Татьяну Георгиевну Домрачеву, бухгалтера храма в честь святителя Тихона Задонского Марину Сафронову, сотрудницу храма Раису Митяеву. Также митрополит Игнатий поздравил благочинного Саратовского центрального округа иерея Александра Чеботарева и заместителя руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Яна Гущина с поступлением в аспирантуру философского факультета Саратовского государственного университета и пожелал им помощи Божией в обучении.